Всем привет! Вы на канале Владимир Васильев. В этом видео я хочу показать своих животных для объявления на Авито. Многие звонят, просят показать. Вот я сейчас сразу сниму вам, чтобы все видели представление, что за коровы и как они. Идемте, пройдем в сарай. Марта, вставай. Ну вот, Марта, это которая дает 20 литров. Это Ждана, которая дает 21 литр. Так, сейчас осматриваем. Вставай, Марта. Марта, давай. Давай, подъем. Вот. Даю их 3 раза в день. Утром 8. В обед в 3 часа. И вечером в 1 часов. Ну, кал, сами видите. Кал нормальный. То есть коровки чистенькие. Как еще вот вымя может сказать? Сейчас включу вам подсветку, включи бы. Все в реальном времени. Включу подсветку. Ну вот. Иди принеси ленту, давай сразу взвесим, людям покажем. Моя хорошая. Лента лежит здесь, мерная. Вот. Это вот Марта. Жданка, вернее. Ждана. Вот. Ну тоже. Вот вымя у нее какое. Ну сейчас она перешла на 22 уже литра. Это 21. Ну, 20-21 дает. Вот. От сена все зависит. Так. Сейчас с этой стороны снимем. Вот такая коровка. Как видно, я не могу ничего сказать. Так, держи. Первая Марта. Стоят спокойно они. Так. Ну 500. Ну 500 от 506. Вот. Это порода. Это что у нас оптимальный, да, вес? Вот 506. Это Марта. Так. Дальше смотрим. Жданка. Жданка. Ну, жданка тоже самое. Вот. 506, 500. Ну, где-то 500 килограмм. Так. Ну, что еще? Давайте по вымени еще пройдемся. Молочная железа. Хорошая. Вот. Захват титик. Проблем не было. Стоит нормально. Сейчас дам вам сено. Вот у этой. У этой впереди немножко подлиннее, сзади немножко покороче. Ну, я вот так беру, даю. Вот их. Как видно. Ну все, друзья. Я снял обзор. Смотрите сами. Что интересует, спрашивайте по телефону. Ну, в принципе, я все рассказал, что хотел. Всем до новых встреч. Подписчикам отдельно всем привет. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока.